Всем привет, друзья! Вы на канале Ушастики. Сегодня мы отправимся в морское приключение вместе с нашими котиками. Смотрите-ка, все уже в сборе. Давайте нажмем на карту. Кисточка и поиск карты, чтобы так. А вот и наша карта. Теперь мы знаем, куда плыть. Отлично! Крестиком указано наше место назначения. Ура! Наши котики в сборе. Отправляемся в путешествие. Вау, какой огромный корабль. Кого возьмем с собой на корабль? Ребята, даже не знаю, кого выбрать. Может Возьми быть... на котика, которого ты хочешь взять с собой. Может быть, уголька? Давайте выберем вот этого котика. Любые приключения по зубам. Кстати, ребята, а вы бы кого выбрали из этих котиков? Давай соберем все то, что нужно для путешествия. Так, для путешествия возьмем спасательный круг. Костюм для дайвинга. То, что нужно. Лопата. Тоже нам пригодится. Удочка. А вот и удочка. Корзинка. Берем ее тоже с собой. Фотоаппарат. То, что нужно. Будем фотографироваться. А вот и наша карта. Точно, обязательно ее возьмем. А теперь возьмем наших котиков. И, конечно, нашего уголька. Сажик. Ой, это Сажик. Я думала, что его зовут Уголек. У тебя получилось! А теперь давай подготовим корабль к отплытию. Чтобы корабль отправился в плавание, осталось сделать всего пару дел. Давайте уберем. Давай уберем трап. Убрали. Давай поднимем якорь. И якорь тоже с вами берем. Посади друга за штурвал. Так. Помоги котику поднять флаг. Отлично! Класс! Пришло время отправиться на встречу приключения. Смотрите, какой у нас красивый флаг с рыбкой. Поплыли! Миу, 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 миу! Сейчас посмотрим, что нас ждет. В путешествии надо быть начеку. Ого, впереди айсберг! Ой-ой-ой! Нажми на препятствие, чтобы оно пропало. Отлично! Поплыли аккуратнее дальше. Впереди бревна. Ой-ой-ой. Ого, впереди айсберг. Еще один айсберг. Ого, какие сильные волны. Ух ты. Помоги кораблю не перевернуться. Так. Вот так сейчас поправим наш кораблик с котиками. Ребята, кто смотрел мультик про три кота? Напишите, пожалуйста, в комментариях цифру 5. Нажимай на ту часть корабля, которая поднялась над водой. Аккуратнее, впереди. Поплыли. Ой-ой-ой. Снова препятствие. Так, мы почти поплыли. Весь наш опасный путь. Вот, достанем скорее из воды. Плывем дальше. Опа! Сокровище все ближе и ближе. Миу, 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 миу. Кажется, мы добрались, ребята. Сейчас будем готовить карту. Осталось сделать всего пару дел. Так. Помоги кошику отыскать сокровище на дне моря. А вот и первый приятель. Один, то, что нужно. Поплыли дальше, кошик. Вау, вижу монетку, хватай ее скорее. Ты справился. Так, нам нужно найти еще три драгоценных камушка. Поплыли, друзья. Как здорово, вижу, вот она блестит. Какая красивая монета. Еще одна монетка у нас. Так, поплыли дальше. Вау, бриллиантик розовый. Хватай его, кошек. Молодец. Остался всего лишь один драгоценный камушек. Сейчас мы поищем. Вау! Как красиво! Ты самый классный искатель сокровищ. Миу, 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 миу! Отлично! Мы собрали все сокровища. Осталось сделать всего пару дел. Ой, смотрите, что же выбрать? Кита спасать или покормить чаек? А давайте осталось начнем с нашего кита. Пару...
Сейчас посмотрим. Давай уберем с кита все ракушки и водоросли. Надо проведи помыть. Пальцем по киту, чтобы убрать ракушки и водоросли. Вот так помоем эту огромную рыбешку, ребята. Вот так. Осталось совсем чуть-чуть. Вот так. Кстати, ребята, в сегодняшнем видео вас ждет целая гора приветов. Приветы будут в конце видео, так что не пропусти свой приветик. Ура, наш кит теперь настоящий красавчик. Да, он чистюля у нас теперь. Миу, 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 миу. Отлично. Осталось сделать всего пару дел. Ой-ой-ой, смотрите-ка что, нам нужно покормить птичек, они очень-очень голодны. Давайте поскорее Осталось их накормим. Какой вкусный обед! Нет, не кушайте его, чайки! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Первый бутерброд готов! Так, кладем мясышко, помидорки. Ай-яй-яй, булочка наша, не ешьте! Смотрите, как наша мама боится чаек! То, что нужно! Так. Кыш, кыш, улетай отсюда! Утащил один бутерброд! Так, ладно. Кыш, 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 улетай, иначе мама не успеет сделать для нас булочки. Улетай, улетай, улетай. Еще один бутерброд. Гамбургер. Ой-ой-ой, улетай, улетай, улетай. Еще одна, посмотрите, какие они голодные. Ну ладно, одну булочку мы им отдали. А давайте покормим их еще немножко, они такие голодные. Бери уже, кушай. Нажимай вот на чаек, чтобы они не съели гамбургер. Не забудь поделиться с остальными птичками. Улетай, все, нам уже пора отплывать. Улетай, улетай. Нет, чуть не съела наш еще один бутерброд, представляете? Теперь отлично. Теперь есть чем подкрепиться. Миу, миу, миу. Здорово, друзья, мы справились еще с одним заданием. И покормили наших голодных птичек. Так, а это у нас какой? Пришло время отправиться на поиски клада. Так. Найди в подзорную трубу остров с сокровищами. Ребята, смотрим внимательно. Здесь ничего не видно, вулкан. Тут какой-то котик. Может быть, это и есть тот загадочный остров? Как вы думаете? А что? Вот, смотрите. Место на карте обозначено красным крестиком. Мы нашли этот остров. Миу, 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 миу. Вы видели, как обрадовалась карамелька? Скорее будем отправляться да туда. Там еще ждут тебя. Побежали быстрей. Помчались. Ой-ой-ой. Осторожно. Давай подождем. Поскорее, поскорее. Карамелька, не отставай. Ура, мы на месте. Ну вот мы наконец-то добрались. Миу, 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 миу. Наши котики, как всегда, радуются. Сокровище под нами. Нужно копать в этом месте. Это как раз место. Нажимай на карту, друзья. Помеченный крестиком. Так, будем копать. Кажется, что-то видно. Ура, ого, это какой самый огромный настоящий сундук. Клад. Давай, открой. Интересно, что это за сокровище? Так. Это же сундук с сокровищами. Вау, ничего себе. Сейчас посмотрим, что нам нужно делать дальше. Твоя коллекция пиратских сокровищ пополнилась. Ого. Неужели мы отправимся еще за одним кладом, друзья? Нажми на карту, чтобы набери кисточкой поискать. Так, посмотрим, что нас ждет дальше. Миу, 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 миу. Помчались. Так, а кого мы отправим в этот раз Давай за кладом? Давай возьмем с собой друга в путешествие. А давайте возьмем вот эту розовую кошечку. Она похожа на кошечку Анжелу. Приключения по зубам. Так, друзья,
Возьмем вот это. То, это без... жилеты безопасности. Корзинка. Корзинка, чтобы то, покушать. Что нужно. Фотоаппарат. Правильно. Возьм. Карта сокровищ. Молодец. Подзор. Верно. Три кота. А теперь наши котики поднимутся на корабль. Кошек, карамелька и компот. Лапочка. Наша лапочка. У тебя заходи получилось. А теперь давай подготовим корабль к плытью. Поднимаем. Чтобы корабль отправился в плавание, осталось сделать всего пару дел. Вот так. Посади друга за штурвал. Лапочка, сегодня помоги, ты у нас рулишь кораблем. Помоги котику поднять флаг. Давай скорее. Отлично. Класс! Пришло время отправиться навстречу приключениям. Поплыли, ребята? Миу, 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 миу! В морском путешествии надо быть начеку. Ого, впереди айсберг! Осторожно! Фуф, все в порядке с нашим кораблем. Поплыли дальше путешествовать. Смотрите, какая хорошая помоги погода. Котикам поднять якорь. Ой-ой-ой, якорь у нас свалился. Поднимем ого, его. Ого, впереди камень. Берем. И продолжаем наше путешествие. Ой, кот упал в воду. Помоги. Кидаем скорее спасательный круг. Ура, папа, кот почти не промок. Фух, я думала, папа, кот утонет. Ого, впереди айсберг. Вот так. Поплыли, поплыли дальше. Ой, ой, снова у нас якорь упал. Подняли мы уже якорь. Ой-ой-ой, придется их убрать. Сокровище все ближе и ближе. Миу, 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 миу. Так, ребята, давайте посмотрим, что же нас ждет. Так. У нас фотоаппарат, что же мы будем делать? Попробуй поймать кита в объектив фотоаппарата. Вот он. И классные брызги. Ой. Сфотографируй еще раз. Сейчас попробуем сфотографировать. Какие классные брызги. Вот он наш синий кит. Красота, хороший правда? Хороший кадр, попробуй еще. Сейчас попробуем. Ты профессиональный фотограф. А вот и наш красивый кит. Отлично, друзья, мы справились с этим заданием. Осталось сделать всего пару дел. О, смотрите-ка, рыбка. Интересно, что мы помоги будем делать сейчас? Помоги компоту отыскать рыб-хамелеонов. Так, компот, вот первая рыбка. У тебя отлично получается. Смотрите, она спряталась за сиреневый коралл. Ну, поплыли дальше. Поплыли. О, еще фу, одна сиреневая. От тебя не скроется ни одна рыба. Какая красивая. Так, компот, поплыли дальше. Три. Молодец. Еще одну нашли. Плывем, 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 плывем. Опа. Четыре. От тебя не скроется ни одна рыба. Здорово. Так, сейчас поищем. Нам осталось найти всего лишь одну рыбку, ребята. Вот да, она. Молодец. Вот она у нас, рыбка. Ты нашел всех рыб. Миу, 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 миу. А теперь нам пора на следующее задание. Давайте посмотрим, что же нас ждет в этот раз, ребята. Осталось сделать всего пару дел. Лодка. Мы будем плавать? Давай поможем котяткам поймать как можно больше рыбы. Ребята, а вы любите ловить рыбу? Кто любит ловить рыбу, нажмите в комментариях цифру 7. Плавок опустится под воду. Вот это... Опа! Первый улов. Первым поймал рыбку компот. Так, ну, у кого-нибудь будет рыба клевать? Ой-ой-ой, карамелька! Отлично. А лапочка караулит ведерко. Так, нам осталось поймать всего лишь три рыбки. О, у компота снова клюет. Какая большая.
Да, огромная. Компот уже поймал целых две рыбки. Интересно, Коржик поймает кого-нибудь сегодня? О, карамелька, вытаскивай. Вот она. Так, одна рыбка нам осталась, и мы справимся с этим заданием. Отлично. Только Коржик у нас не поймал ни одной рыбки. Ну, по-моему, он не расстроился ни капельки. Ребята, напишите, какой у вас самый любимый котик. Коржик, карамелька или компот? Так. Сейчас найдем наш остров. Остров с сокровищами. Так, должен отмечен быть красным крестиком. Здесь ничего нет. И здесь пусто. О, вот оно, это место. Мы нашли его, друзья. Миу, 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 миу. Отлично. Сокровища ждут тебя. Побежали быстрей. Помчались скорее. За сокровищами. Скорее, скорее. Коржик самый первый. Скорее! Скорее открывать сокровища! Нас ждет огромный сундук! Миу, 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 миу! Так, отлично, друзья! Сокровища под нами! Нужно копать в этом месте! Кажется, что-то видно! Ого, какой огромный сундук! Это самый настоящий клад! Давай, интересно, что ух это ты, за сокровище? Ух ты, какой-то кораблик! Так... Секретный ключ. Вот так. И готово. Черная жемчужина. Затонувший корабль, черная жемчужина. Здорово. Вот такая у нас теперь коллекция. Пиратских сокровищ пополнилось. Отлично, ребята. Миу, миу, миу. Смотрите, как радуются наши котики. Ну а теперь, ребята, самое время для приветиков. Сегодня первый привет получает Айназик Зумпуркарова. Огромный тебе приветик. Вера Сайко, Снежана Горбатюк, Вика Парамонова, Аня Деменкова, 2-й А-класс школы номер 21 получает огромный-огромный привет. Настя Котик, София Алехина, Галя Захарова получает большой привет. Тася Савинова, Вика Ситник, Лиза Шибаева, Дарья Кашко получает огромный привет. Ксюша Кречкина, Анжелика Спашкина, Кристина Гавриш, Ангелина Димурина, Олеся Первунина. Привет огромный летит для Дианочки. Лиза Беспалова, Ева Казимирчук, Ульяна Назимок, Диана Радунцева, Захар Рыбкин получает большой привет и Маргарита Блажевская. Полина Апунаева, Уля Ковальчук, лови огромный-огромный привет от нашего канала. Лена Кошачева и Наташа Печерная. Также приветик летит для Насти Красновой. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте ваш лайк и подписывайтесь на канал Ушастик Kids. Новые ролики на нашем канале выходят каждый день. Ну, а на этом все. Пока-пока.